Молодой предприниматель в Кордайском районе, получивший грант в размере 200 МРП по программе «Бастау бизнес», открыл свое дело по производству кондитерских изделий. Тимур Кумизбеков решил не останавливаться на этом. Вскоре он загорелся новой идеей – разрабатывать выпечку с использованием новых методов технологии. Таким образом, сладостями могут полакомиться лица с таким диагнозом, как сахарный диабет. Предприниматель решил обратиться в филиал палаты предпринимателей «Атамикен» за помощью. Его идею сотрудники палаты поддержали и предложили принять участие в конкурсе, где разыгрывались инновационные гранты. Тимур при помощи сотрудников палаты подготовил бизнес-план, прошел защиту и вскоре получил грант на 5 миллионов тенге. На полученные средства он закупил необходимое оборудование для своей мини-пекарни, которую уже построил за свой счет. Сразу было закуплено профессиональное оборудование, конвекционные печи, большие промышленные миксеры, витринные холодильники и морозильники. В том году подавали проект в дорожную карту бизнеса «Даму», выиграли грант в размере 5 миллионов тенге, построили цех, оборудовали ее полностью, имею 3 рабочих персонала. Также желающих обучаем кондитерскому делу, производим правильные диетические кондитерские изделия, продукции, трайфлы, торты, все булочки, кондитерские изделия, в общем, то, что входит. На сегодняшний день в цехе работают 3 человека. Кондитер, изготавливающий выпечку, сам Тимур, который занимается оформлением изделий, и водитель. Он развозит продукцию клиентам. Кроме того, предприниматель с участием с удовольствием учит других людей своему ремеслу. Очень часто к нему обращаются девушки, которые просят его научить печь и оформлять торты. Процесс обучения идет сразу в виде практических занятий. Эта программа очень помогает для молодых предпринимателей, также для тех людей, которые уже имеют бизнес. Вот, чтобы просто масштабировать свой бизнес, как бы финансы никогда никому не мешают. Вот. Участвуйте, все чисто. Хочу поблагодарить Даму за оказанную помощь. Спасибо вам. Будучи из числа поколений молодых предпринимателей, Тимур активно работает в интернете. У него есть страничка в Инстаграм, где он делится с подписчиками роликами с процессом оформления, выкладывает фотографии с красивыми изделиями. Там же принимает заказы и ведет переговоры. Молодым же предпринимателям наш герой советует не бояться рисковать. И главное, как считает Тимур, работа должна быть по душе. И в радость тогда успех обязательно придет. Алтын Шонгараева, Сергей Газымов, Назбаев, Жамбыл Ньюс.